Тебя вкидываю. Оп, ну какой-то бесполезный демон. Ставь баннер Бора на похуй. Да я тебе его отправлю. А, мне сейчас ставить его некуда. Ну это ошибка. Потому что у меня с атакой все в порядке. Так, что я хотел еще? Рольнуть. Мне нравится, как у меня вот этот Coil Fang Elite стоит. И он до сих пор ни разу не сработал. Вот за все время ни одного спыла, просто ни одного. Ну, конечно, этот, конечно, спеллкрафт уже 14-14, это прям круто. Да, это ты у нас теперь керри. Ну да, мне точно хватает. Вопрос просто, сколько мелочи у меня погибнет. Ну, судя по всему, он сейчас вообще все зачистит, да? Ну, конечно. Естественно. Ага! Блин, бабл противный очень. И вот он сейчас ударится баблом. Да, а мне не хватит, у меня статов вообще мизер. А сейчас еще ребаблинги там ударятся. И вот, естественно, я бью все ребаблинг. У тебя главное вот это, компаньона убить. Ну, компаньон трахнут. Ну, нормально, на самом деле. У них двойки выжили, а у тебя теперь пошел чел качаться. Да. Собрать надо просто из кровь из носу. Ой, вот как раз красный мужчина пришел. Как же ты, сука, вовремя. Есть бабл, Андрей. Glow scale. Круто. Лол с реборном. Ага, а синий мужчина хочется, небось? Синий мужчина безумно хочется. Говна пирога, ну, видимо, тренд. Протектор на похуй. Я бы даже сказал. Продаем тебя. Так, у тебя если слот есть, я тебе батлкрай сейчас кину. Окей. Я вообще не успеваю. Ой-ой-ой-ой-ой! Эй-десят! И еще деблюк коронер. Этот деблюк прям вообще-то прям я пиздец, не успел, как? Но ладно. Прям заебись. Ой, у меня, кстати, компаньон подъезжает в триплет на следующий ход. Так, ну здесь, кстати, все зависит от того, убьешь ли ты быстро 3-10. Не убью. Ну зачем убивать 3-10, когда можно не убивать 3-10? Да. Да, класс. А, на себя еще сыграл, конечно. Еще и потыкался. Тут еще поед. Как же поед, работу еду. Еще себе коконьона забрал. Но тебе вроде все равно хватает. Даже вот с такими мудацкими ударами тебе все равно хватает. Ну, хочешь бахнуть твоего рефрифера? Так, вот вам, Андрей. Отправка отправки. Так, есть молчазар номер 2. Пагачамп.
Оп-оп-оп-оп-оп. Здравствуйте. Отлично. Сейчас все продастся тут. К херам. Так. Ну похуй, это вышел демон. Ай. Ну, есть ладно. Один слот на... Вот сейчас не ставься на секундочку. А я сейчас выезд... Ну, типа, это прокрутка пошла. Ну, да, я имею в виду. Я имею. Так, а что я хочу вообще? Я хочу продать точно тебя, точно тебя. А, ну и все, я поместился, как бы. Да блин, как же я роляю эту желтую женщину в каждом роли. До свидания, ебучая херня. Так, поехали. Теперь мне надо раскидать обычный тебя. Теперь бахнутый. Бахнутый. Обычный. Бахнутый. И просто бонусные статы. Давай в тебя, что ли, чтобы 4 жесткие шишки. Рольнуть разок. И реборнчик. Потроим, да. Ну, нормально. Реборнчик потроим. Деблюзов мне нашли прям многовато. И у тебя наконец-то уже жестковатым становится зайчик. Зайчик у меня вообще охуительным становится. Ну вот этот удар, конечно, был не супер. Чё, не знаю, никаких не суперов. Хорошо. А вот это чё? О-о-о-о. А можно вправо? Он супер вправо ударит. Ну конечно, ну конечно. Кто бы сомневался. Но у них нет ребиблинга. И... По идее, ну... твой супер-демон должен справляться с этим. Ну, по идее, да. Да как же они бьются-то все, а? Можно нормально биться, пожалуйста? Найс. Ух! На потничах. На потничах таких. На потнейшем. Ну все, у них, кстати, теперь их даже спелл не спасает. Так, если защищатель найдешь, не сразу присылай только. Окей. О, Рустам, смотри, какая билка божественная подъехала. Ролл? Да. Весь апсайд без даунсайда вообще. Давай, сколько? Да. Спасибо! Спасибо! Кто бы, блядь, сомневался. Так, а я что-то молодец. Я ролею в третий, хотя я молодец. Так, ну что-то... Есть, тогда подожди, сейчас я... Делаем рафлан прокрутку. Мне тогда надо сначала обычные херакнуть вот сюда и вот сюда. Теперь прокручиваем вот этого. Прокручиваем вот этого, и теперь я готов. Капец, на этот ход прям статов у нее будет очень много. Не знаю, филборд тебе прям нужен или он так по приколу? По приколу стоит. Ну окей, я тогда Лероя. Он, конечно, кушает за здрасте сейчас. Но у меня вообще нет денег все равно отправлять тебе, поэтому я да буду более практичное брать. Не, ну прикольно, я чуть ли не в два раза увеличил сейчас статы женщины. Меня реально бесит, что я реально нарвал единичку. Как? Как вот с этой обилки можно было нарвать единственный вариант из шести, который ничего не дает? Даже, блин, два было бы круто. Это просто, ну, хотя бы одна бесплатная голда. Да, плюс голда. Ну, Андрей, коротко о нашей удаче стабильной. Да? Проиграть 1-6, это очень надо постараться. Ну, с мат-ожиданием 3.5. Так, ну это вообще бомжи полнейшие. Ты, естественно, снимаешь бабла. Бабл. Вау, ну, ладно, ты посмотри на Лероя. Лерой исправил. У меня просто фуловая тетя будет.
У меня даже, по сути, две фуловые тети будут. Ну вот тут, конечно, сейчас ребаблинг. Ну все зависит, да. Надо ну снять. Найс! Один выпилен. Вообще. Не, я все максимально снял до того, как они ударились. Ну вот, мне останется только одного потыкать. Потыкаешь? Потыкаю. Потыкинг. Потыкинг. Так, есть Геомагус, надо? Это там не задушился. Блин, тут мне такую помойку дали, это шок какой-то. Кто у тебя там highest tier meaning, кстати? У тебя пятерка, да? Филбор. Ну, пятерка, отстой. Пятерка на самом деле не такая плохая. А, чё, ты прям пацана продал? Ну окей. Может это и не ошибка. Может двойку возьмешь этот спел? Очень сомнительно. Ну давай. Если мы сейчас соберем, мне, кстати, ну, деблюза. Очень надо деблюза собрать, я тогда Леройя... Малчезар, сочнейша. Я смогу в шестерку Лероя крутить. Монарик. Монарик, хорошо. Но деблюз, естественно, к сожалению, не заглянул к нам в гости. Обидная. О, о, Эдисят, Эдисят. Эдисят, Эдисят. О, Молчезар. Еще Молчезара поехали крутить. Еще мех? Еще мех. Понятно, круто, давай на следующий ход обязательно. И я реально покручу Лероя в шестерку. Я даже вот так вот сделаю. Прикинь, Рустам, я в шестерку и в семерку его могу покрутить. У меня two left. Ладно, похуй, пускай так пока стоит. Ну, сейчас у меня женщина вырастет на 100-100. Я бы даже сказал, на 106-106 она вырастет. А еще все в зоне вылета, кроме нас. Давайте сейчас вот просто две там убиваются, а мы добиваем еще одних. Да. И все. Да, им приходит эта женщина, которая в лицо бьет, и там все демоны за 6 на выбор. Да-да-да-да-да. Вообще интересно, ради интереса, если бы мы не платили за это своими очками, посмотреть, типа, насколько быстро можно самоубиться. Типа, брать спелл за хп, который... Хорошо. Ну там сейчас все яд не будет. Ваша задача. Ой, один минус один яд, точнейше. Отлично. Почищ. Ну вот этот яд, к сожалению, прилетел плохо. Но в целом я вроде как почистил нормально. А, у него что не выпало? Ничего с руки, серьезно? Ничего не выпало. Ну, надо супер право биться, но мы, к сожалению, не бьемся супер право. Да. Лерой вообще useless просто, капец. Лерой оказался слабей. Да убейте же вы что-нибудь. Не поражение. А могло бы быть поражение. Могло бы быть, но блин, все выжили, капец. Все были в зоне вылета и все выжили. Так, я готов принимать в рот. А? Так, а чё мы вообще ищем сейчас, Рустам? Хз. У меня тут есть это покрутить. Аркаин Alteration, я думаю, в какой тир. О, вот это мы крутим. Да четверку, наверное, вотчера. А, ты еще вотчеров ищешь? Окей, ну сейчас вот смотри, пунька. Ну, типа, вот у меня сейчас есть два. Ну, кстати, неплохую шишку нашел, я считаю. Конечно, понятно. Ну, сейчас, может, копнешь, тетенька. Deep blue.
Давай, Тихиндри. Очень хочется Тихиндри. Ну, конечно. Находится исключительно Хуиндри. О! Зачем мне столько борща? Это такой вопрос плотный. Ой, есть триплет! Давай, давай! Отпусти на дискотеку. Ну хочешь элементаля, Андрей? Вообще не хочет Андрей элементаля. Да, вот так. Вот так. Ну давай в экономику сыграем. Давай быстрее, блядь! Насколько плотным вы хотите вашего D+? Плотнейше. Просто, блин, 155-157 на D+, это вообще как. Так, ну мы нараляли что? Мы нараляли мярки. Мярки. Ну, конечно, ты бьешься облероем. Спасибо, что не в главную шишку. Спасибо, что не в главную шишку. Потому что без главной шишки я бы, скорее всего, проиграл, а тут я гарантированно выиграю. Без главной шишки, ла-ла-ла-ла-ла. О, ну тут вообще нет атаки у чуваков. Просто они очень долго меня пилить будут. Они бесконечно долго будут меня пилить. Особенно, что я им главной шишки хп снял полностью. О-о-о! Давайте, Руслан, ваша задача нанести 14 хп. Келдыш был показан, просто продемонстрирован. Топ-2 был взят. Ну все, ешь. Ну там, конечно, Ваниш, которая наверняка уже разогналась, к сожалению. Да. Так, что мне дают? А так, Рустам, я могу эту тессовскую обилку? А там было что-то хорошее? Там квилборы были. И наги, кстати. Но наги такие были юзлесные. Сейчас лучше мы спойлеры посмотрим. Уборы наги. Так, давай, спойлеры. Ну, Zesty Shaker. Окей. Окей. Прям. Так, нужен еще Рустам чел на реролы? О! Да мы его в триплете соберем. Давай. Я тогда вот сделаю вот так. Сейчас я тебе могу куплю, даже... пока не присылай, я сейчас его выставлю. Да, по да, 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 да. Покручено. Покручено. Присылай. Ну, если хочешь, я тебе могу этого. Я тебе сейчас Jumping Jack еще пришлю, чтобы не так печально все было. Это тоже демон, как бы. Ну давай. И ты можешь. Нет, уже не можешь. Во! Нет, ну куда ж ты рольнул? А что там было, я понимаю? Ты мог продать Зепа и купить Лероя за 2 с обилки. Да, проебал. Ну сейчас тогда продай чувака, купи Монари. Продай чувака и с обилки Монари сделай. Естественно. Ну ладно, там спайл все еще бежит. О, смотри, что я наролял зато. А, ты не видишь. А, видишь, чуваки настолько уже не рискуют, что они хотят сразу херачить. Найс, бабл об 2-2. Yeah. Это ли не чудо? Ну, это похоже на посос. Очень похоже. Хотя выпиленная шишка сужурная, это хорошо. Видел, что у меня наролелось с 7-й таверны? Ой, это хорошо, кстати. Найс! Едрить! И-ха, просто. Да, теперь и мне хватает. Охренеть, просто экзакт летал. Еще и какой стильный. А, стильный, да, что я в четвертой таверне сижу все еще. Ебать, просто, господи. Ну, а чё,
Можем же, когда захотим-то нарисовать. Вообще! А, у нас, кстати, на победу было 11%, Андрей. Ну, так не знаю, что там. Скилл в деле. Скилл вообще настолько в деле. Бог ты мой.